друзья, сейчас приедут за этим лентяем. Подарю я его. Подарю человеку. Пусть забирает, возьмет птенцов. Хотя птенцы у него неплохо летают. Вот Чап, если кто видел ролики. Чап — это его птенец. Вот он. Пусть посмотрит, как хочет. Ладно, жду, вот сейчас человек приедет. Вот это его сын, друзья. И летает неплохо вот этого лентяя Чап. Вот он. Ухаживает. Хотя у него пара есть. Ладно, подождем. Сейчас приедет. И подарю. Вот, друзья, приехал. Вон он, сейчас поймаем. Вон он. Вот он. Сейчас вот поймаем. Пока. Вот он, друзья, поймал. Отдадим. Человек знает, что он, да, не летает. Будешь паровать его? С кем будешь паровать? С чернохвостой. С чернохвостой. Ну, споруйте, посмотрите. Вот, видите, вон он, Чап. Ага. Вон он. Вот этот Чап — это его сын. Ага. И вот он летает, это его сын. Да. И он неплохо. А пара была вон там, вот ее. Ага. Вот, вот рядом. Вон, ну, видите, да, вот крылья. Вот. Это вот мама Чапа, вот рядом, ага, слева. Ну, попробуйте. Да, попробуем. Шеечки. Чистенький, аккуратный. Попробуйте. Вот, друзья, багажник его. Это клетка, да, у тебя? Да, тут еще один. Еще один? Да. Я его хочу отдать. Это что за... Не мешает мне паровать. А что там за голос? Гривон, такой? Гривон. Гривон? Да. Ты же гривонов держишь, да? Гривоны. Собачки. А что ты его отдаешь? Да мешает мне паровать. Паровать. Он не паровал. Ну, с гривуном только не паруй его. Ну, конечно. Мы его порезали, да, уже. Да. А то этот возвращается постоянно. Ну да. Ну ладно, друзья, как-то так. Удачи. Пожелай голубятникам. Да, удачи, ребят. Удачи.